Привет, друзья, на лайв-канале Чуча ТВ. По вашим многочисленным просьбам разберем нашу червячную передачу. Ультралегкий червячный редуктор, с которым возникло очень много вопросов, замечаний у вас. У многих скептиков возникли какие-то домыслы, теории заговоров и так далее. Поэтому хотелось бы сегодня более детально разобраться. Насколько живучая эта конструкция, будет ли она работать в идеале, что можно сделать для этого и есть ли смысл в этом. Итак, вкратце пройдемся, потому вообще, с какими проблемами я столкнулся в предыдущем видео, когда делал обзор? Первая проблема ⁇ это передаточное отношение. За счет огромного передаточного отношения у нас возникали проблемы с мотором. Он просто не справлялся с огромнейшими оборотами. И поэтому появлялись пропуски, падал момент инерции. Конечно же, некоторые зрители мне написали, что это проблема того, что у нас на нашей материнской плате Криалитовской стоит деление шагов 1 к 16. Мол, если понизить деление шагов, например, 1 к 2, 1 к 4, то ситуация изменится кардинально в лучшую сторону. И все будет работать. Но, ребята, я вам сразу скажу, это не имеет никакого отношения деление шагов к работе самого мотора. Почему? Потому что деление шагов это просто деление шагов. Оно не избавит нас от огромного количества оборотов мотора, и даже сам Stepper Online магазин, он там же написал, что у данного мотора есть ограничения по количеству оборотов. Поэтому, конечно же, тут вопрос не в микрошагах. Но, чтобы, как говорится, успокоить вашу душу, я решил все-таки протестировать уже на более серьезной материнской плате. Это материнская плата от компании Fly. Fly CDI. Они будут отдельное видео. Правда, я сделаю обзор на Fly CDI вторую версию, так как она более новая. Огромное количество разъемов. Удобная плата, реально шикарная. Во-первых, можно использовать как марлиновскую прошивку, так и реправ Farmwell за счет... Того, что здесь у нас уже вмонтирован Wi-Fi, очень шустрый, быстрый Wi-Fi. И вообще, как бы сам микроконтроллер очень хороший, серьезный стоит здесь. Ну, короче, плата обалденная, поэтому с ней вопросов у нас не будет. И она позволяет уменьшить деление шагов, в отличие от тендерской платы, где это невозможно сделать. Здесь у нас 1 к 16 и точка. Здесь же мы можем за счет установки TMC2225 понизить шаги до 1 к 4. Ниже уже не получается, ну просто драйвер не позволяет. Например, тот же самый 2209, драйвер, он позволяет делить шаги 1 к 8, самое минимальное. Поэтому нам он не подходит. А вот 2225 подходит отлично. Еще раз напомню, друзья, здесь у нас используется подача филамента за счет цилиндрической зубчатой шестеренки, которая выполняет функцию подачи. Естественно, нам нужно просчитать правильное количество шагов. Итак, первым делом я даже сделал небольшие расчеты специально для вас. И ну давайте вкратце пройдемся. Вот эта наша шестеренка зубчатая, она и будет подающей. То есть она прижимает наш пруток и подает его. Диаметр нашей шестеренки, вернее окружность, я ее посчитал, составила 33 мм. Естественно, угол нашего шага, именно мотора, составляет 0,9. Кстати, это тоже не имеет значения 1,8 или 0,9, просто это будет влиять только на шаги. Но на работу самого механизма разница в делении шагов не повлияет, только на точность. Поэтому к этому тоже придираться не стоит. Но к этому еще вернемся. Дальше у нас идет сама зубчатая передача, передаточное отношение 1 к 20. Давайте сразу просчитаем. 360 градусов это делим на 0,9, это угол поворота. То есть у нас получается 400 шагов мотор делает за один оборот вокруг своей оси. Естественно, тогда мы и считаем, Количество шагов 400, шагов наоборот. Делим на 33 мм диаметр окружности и получаем 12 шагов на 1 мм. То есть нам нужно сделать 12 шагов вот этой вот шестеренкой, чтобы подать 1 мм пластик. Но не стоит забывать, что у нас еще передаточное отношение есть 1 к 20 и, естественно, количество еще деления шагов в самой плате. Поэтому мы тоже это должны учесть. Итак, количество общих шагов равно передаточное отношение 1 к 20 умножить на количество шагов. Это у нас 12 шагов. И умножить на деление шагов. В данном случае поставим минимально 1 к 4. 20 умножить на 12 умножить на 4. Это 960 шагов нам нужно поставить в прошивке. Для того, чтобы получить при делении 1 к 4 и этому передаточному отношению получить нужное количество выдавливания пластика с той определенной скоростью, которая у нас давится по прошивке. К примеру, если поставим мы деление шагов 1 к 16, то нам нужно будет поставить не 960 шагов, а 3840. Но мы сейчас протестируем именно на 960 шагах 1 к 4 и как раз развеем все ваши мифы. Обратите внимание, здесь у нас в прошивке уже стоят 480 шагов. 480 это в два раза меньше, чем нам нужно. Я специально поставил такое меньшее значение, чтобы показать, что он э, с такими шагами в принципе работает. Давайте запускаем двигатель, ставим 100 мм перемещения и запускаем движение. Вот, пожалуйста, давайте еще переместим. Немножко вот так вот нажму. То есть мы видим, что подача филамента получается на 480 шагах. Теперь давайте сделаем другой финт ушами, как говорится. Ставим вместо 400, прошу прощения, ставим вместо 480, 960. Наше количество, которое нам нужно. Снова перемещение. Нажимаем. И вот слышим, что у нас он просто тупо завис. То есть он не хочет работать. Почему? Потому что количество шагов нашего мотора превышает нужное количество. Это то же самое, что мы с вами тестировали на вот этой материнской плате при, 11, к 16, при 1 к 16 э, шагах. То есть вопрос, ребята, не в микрошагах. Мы можем понижать хоть один к одному. Это ничего не изменит. Почему? Потому что э, на самом-то деле проблема не в микрошагах. А проблема именно, ребята, э, в самом передаточном отношении. То есть передаточное отношение у нас слишком большое. Здесь стоит передача 1 к 20. И естественно, при такой передаче просто... Мотор начинает крутиться очень бешено быстро и соответственно превышает те номинальные значения работы, которые, на которые он рассчитан. Ни один из моторов шаговых двигателей не способны работать на быстрых скоростях, это знают в принципе все. Поэтому мы с вами определили, что минимальное передаточное отношение, с которым может работать данный шаговик, должно быть составлять не 1 к 20, как здесь, а 1 к 10. И то при 1 к 10 могут тоже быть небольшие подвисания. Поэтому оптимальным значением червяка передаточного отношения должно быть где-то порядка 1 к 8 тогда все будет работать отлично как часть некоторые скептики мне писали о том что невозможно на такой вот маленькой шестеренке получить передаточное отношение 1 допустим к 5 это невозможно, потому что слишком маленький зуб. Но это совершенно неправильное рассуждение, потому что в предыдущем видео я делал обзор и расчеты, как правильно рассчитывать червячную передачу. И, честно говоря, передаточное отношение уменьшается просто за счет того, что добавляется еще несколько витков на сам червяк. То есть, грубо говоря, мы создаем вот такой вот, как Т8 винт, червяк четырехзаходной. Тогда мы 20 делим на 4 и получаем передаточное отношение 1 к 5. Вот для примера, я специально для вас распечатал из пластика PG вот такую вот шестеренку. Это у нас здесь, видите, 4 заходная. Вот 1, 2, 3, 4 заход. То есть 4 витка. Благодаря такой передаче мы получаем передаточное отношение 1 к 5. Но мы прекрасно понимаем, что на нашу передачу ставить такую пару не стоит, потому что она не сможет подавать филамент. Но здесь еще один нюанс, о котором я забыл сказать. Ребята некоторые написали очень дельный совет о том, что нельзя использовать червячную передачу без смазки. И это правда. Первым делом, когда я ее проектировал, у меня была мысль вот так вот расширить и добавить сюда BMG шестеренку одну и поджимную вторую. То есть, грубо говоря, создать Dual Drive Direct, но только с червячной передачей. Таким образом мы получим лучшее сцепление с филаментом за счет этой очень классной шестеренки и тем самым отделим червячную передачу от подающей таким образом мы можем загерметизировать червяк Залить туда смазку и пусть все работает. А вот эта вот передача будет уже подавать пластик. Она будет сухая. То есть вот эта вот идея, как раз я над ней сейчас буду работать. Вместо металлических мы сейчас проведем небольшое тестирование. И поставим вот такие вот пластиковые шестеренки. Чтобы я вам показал, что действительно все работает. Все отлично. Здесь у нас передаточное отношение у пластиковых 1 к 5, как я говорил. А здесь у нас 1,20. к 20. Давайте заменим это все и проверим в работе. Вот так я запрессовал на шток. Внутри у нас уже стоит наша шестереночка. Крутится она отлично. Собираем эту конструкцию. Проверяем, чтобы нигде у нас ничего не затирало, не подтирало. И закручиваем. Итак, конструкция у нас собрана. Все закручено. Перед тем, как мы начнем тестировать, давайте еще раз пройдемся по расчетам. В предыдущий раз мы тестировали передаточное отношение 1 к 20. На металлических, на пластиках у нас стоит сейчас 1 к 5. Соответственно, вместо 20 мы ставим 5, 5 на 12 умножить на 4, так как деление шагов у нас стоит сейчас 1 к 4. Итого у нас получается 240 шагов. Соответственно, на нашем экране нужно установить 240 шагов. Вот, пожалуйста, переходим в перемещение, выбираем 100 мм. Смотрите, как быстро крутится шестеренка. Просто очень быстро для шагового двигателя. Но за счет того, что мы сделали правильное передаточное отношение 1 к 5, видите, мотор справляется. Без заеданий, закусываний и каких-либо проблем. И это радует. Но, конечно же, использовать сюда я не могу поставить данный пруточек, потому что пластик просто не будет подавать пластик. Но в целом, вы видите, конструкция работает. Теперь ради эксперимента давайте снимем наш TMC2225 и поставим перемычку. Это будет деление 1 к 16. Ставим сюда TMC2209. Еще раз напомню, в нашем случае стоит сейчас 240 шагов. Давайте проведем эксперимент с ними для начала. Очень медленно, поэтому подача филамента будет тоже очень маленькая. По нашим расчетам должно быть стоять 960, чтобы при соотношении 1 к 16 мы получили нужное количество шагов. Ставим 960 и запускаем перемещение. И вот снова смотрите, как быстро крутится наша шестеренка. То есть здесь у нас никаких, видите, заеданий, проблем вообще нет. К сожалению, он подаваться сейчас не будет, как я говорил, потому что пластик просто не хочет подавать друг друга. Но самым правильным решением, конечно, будет отделить у нас полностью червячную передачу отдельно, поджимающий рычаг сместить сюда в бок и чтобы он работал именно вот с такими дуал драйвом шестеренками. Тогда у нас никаких проблем не будет ни с червяком, ни с его смазкой. И с подачей тем более не будет никаких проблем. Потому что Dual Drive работает в разы лучше. Они лучше поджимают филамент. И этот проект уже будет полностью жизнеспособным. Поэтому, ребята, как видите, все реализуемо. Здесь нет никаких проблем. Я постараюсь в ближайшие дни закончить этот девайс. Для того, чтобы можно было бы в итоге протестировать и опробовать его в работе. Надеюсь, это видео вам, ребята, понравилось. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч. Пока.